Всем привет, это Дневник беременности. Сегодня я вам расскажу про 35-ю, 36-ю, 37-ю, 38-ю неделю. Неудивительно для меня, что эти недели обусловлены массой неприятных ощущений. О чем конкретно я говорю? Я говорю о тренировочных схватках, смысл которых в том, что организм подготавливается к родам, маточные сокращения, раскрытие шейки матки, у кого что. Тренировочные схватки в норме могут отсутствовать, а могут, в принципе, посещать женщину каждый день по несколько раз. Тем не менее, меня тренировочные схватки стороной совсем не обходят, у меня они случаются достаточно часто. И это, знаете, похоже на то, что вот они все учащаются, и вот уже вот-вот и скоро начнутся роды. По ощущениям напоминают они что-то очень странное, когда как. Иногда это каменеющий живот и тянущая боль в пояснице. Иногда это такое ощущение, что очень-очень сильно хочется в туалет, но когда ты, собственно, поддаешься этому ощущению, идешь в туалет, оказывается, что на самом деле ты не хочешь, и просто крутит живот, этот спазм такой неприятный, и потом он куда-то исчезает. Так может происходить каждые где-то 15-20 минут. Интенсивность боли не нарастает, промежутки между болями не укорачиваются, соответственно, никакого волнение у меня эти ощущения не вызывают, но я должна сказать, что это очень неприятно. Также я сделала УЗИ, не потому что надо на этом сроке делать УЗИ, потому что я очень беспокоилась. А мне просто очень хотелось заглянуть себе в живот, я знаю, что это не совсем правильно, наверное, не знаю. Дабы успокоить свои нервные состояния, я сделала УЗИ. По срокам у меня было где-то 38 недель, когда я делала УЗИ. Вес малышки 2900 и рост 51. Плацента у меня уже созрела, шейка пока еще не раскрыта, но тем не менее малышка уже очень низко, что говорит о том, что скоро совсем придут роды. Также сегодня я была на плановом визите у своего гинеколога. Сказали, что, наверное, в следующий раз, следующий визит, который у меня был назначен через 2 недели, я уже приду, вероятнее всего, для того, чтобы просто показать обменную карту из роддома. И они пожелали мне легких родов, сказали, что на следующей неделе уже ждем, может быть, на этой, может быть, чуть позже, как решит дочь. Помимо всего прочего, из каких-то конкретных еще явлений, которые происходят сейчас, которые я наблюдаю, это, конечно, невероятная тяжесть в плане того, что не могу много ходить. То есть у меня реально исчез весь этот энтузиазм, то есть до 36 недели я реально бегала. Я могла пройти очень большое расстояние, не выдохнуться, у меня нигде ничего не будет болеть, и все будет прекрасно, я буду чувствовать себя замечательно. Но в связи с чем-то, наверное, в связи с тем, что уже очень тяжелый живот, что он опустился, и, конечно, в связи с тем, что у меня уже все связки и все ткани в области таза, они уже настолько стали мягкими, что определенно это вызывает дискомфорт. Также я по-прежнему пью очень много воды. Я не отказываю себе в сладком, я не ем соленое, и в принципе в этом плане ничего не поменялось с самого начала беременности. То есть как я питалась, так я и питаюсь, у меня периодически пропадает аппетит, и наконец-то я стала много спать. Я не знаю, с чем это связано, но мне постоянно хочется спать. У меня исчез напрочь просто период гнездования, я не знаю, куда он делся. Вот это вот чувство навести комфорт и порядок, оно меня покинуло теперь. Я могу спокойно оставить немытую посуду на некоторое время, и меня это совершенно не будет беспокоить. При том, что раньше я вообще не могла себе такого позволить. Я начинала нервничать, страдать, переживать, думать об этом. Воды у меня пока не отходили, не подтекали. Пробку я свою не видела. Просто я ожидаю. Все спрашивают, родила, не родила. На вопрос, как дела, отвечаю, пока не родила, да. В общем, я жду, и я очень надеюсь на то, что это
последний выпуск дневника беременности. Следующая, я надеюсь, уже будет история моих родов или что-то другое, но не то, как я провела 39-ю, 40-ю неделю, потому что понятное дело, что эти недели проходят так же. Именно в таком вот ритме, темпе проходит 39-я, у меня уже пошла 40-я неделя. Это было все на сегодня, и большое вам спасибо за просмотр, пока-пока!